В дежурную часть отдела полиции Советского района УМВД России по городу Владивостоку на протяжении нескольких дней поступали сообщения владельцев торговых точек о кражах, которые происходили в ночное время. Установлено, что злоумышленник ночью отжимал входные двери или окна и проникал в помещения магазинов, где похищал денежные средства, продукты питания и алкоголь. В двух случаях попытки краж оказались неудачными. Правонарушитель проник в торговые залы, но чего-то ценного для себя не обнаружил. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отдела уголовного розыска отдела полиции номер 5 УМВД России по городу Владивостоку установили, что к совершению преступления причастен 42-летний ранее судимый житель дальневосточной столицы. Мужчина задержан полицейскими при попытке очередной кражи из магазина. Подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время установлена его причастность к 5 эпизодам противоправной деятельности. Следственным подразделением городской полиции возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый заключен под стражу.